А перед началом ролика хочу посоветовать вам очень классный начинающий канал Антон Вилла. Он снимает GTA CRMP, а именно Amazon Roleplay первый сир. Он крутит рулетку на бешеные суммы, снимает полезный и познавательный контент. Также проводит стримы, где он также крутит рулетку на хорошие суммы денег. Ссылка на его канал будет в описании. Я всем советую. Также, как только на его канале наберется 500 подписчиков, он между своими подписчиками разыграет 2000 рублей. Поэтому обязательно подписывайтесь, сам подписан, смотрю его. Ссылка, повторюсь, в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сером Amazon Roleplay. Первый сер, у них здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить в них по регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. И достижением 5-го вы получите 50 тысяч. При достижении 10-го вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сером Amazon Roleplay. Также большое спасибо всем, кто уже ввел мой промокод. Его ввели 910 человек. Давайте постараемся до Нового года набрать 1000 промокодов. И также не забывайте подписываться на канал. Цель на этот год набрать 14 тысяч подписчиков. Надеюсь, у нас это получится. Ну что ж, думаю, по названию ролика вы поняли, что сегодня будет. В принципе, я вам покажу, как получить санки. У меня как бы они есть, я уже их получил. Пишем вот такую команду NU. И здесь зимние санки. И вот они появляются у меня, в принципе. И я могу на них передвигаться. Я их получил за счет того, что прошел санные гонки. Да, они именно так и называются, пацаны. Я вам покажу лайфхак, в принципе. Ну как лайфхак, я покажу, как я это проходил и как я их получил, в принципе. Поэтому давайте доедем до горки. Вот именно с левой стороны получается находится этот вход, где вы можете получить санки. Давайте я вам, в принципе, это все покажу. Вы заходите в эту пещеру, и здесь вы можете участвовать в этих гонках. Давайте я, в принципе, буду ехать и покажу, как это все делается. Давайте нажмем начать, и здесь вам нужно ехать. Как бы у вас нету тормоза, тормоз есть, это ручник. Просто в ручник потихоньку так зажимаете, пацаны, и проходите. Я именно так и проходил. Вот, по чуть-чуть нажимаете, это пробел получается. Например, просто потихонечку так нажимаете интенсивно и просто проезжаете. Я именно так прошел с третьего раза. В принципе, я думаю, у вас это тоже легко получится. Давайте я попробую, кстати, сейчас пройти ее, но только заново. Вы посмотрите, как я это буду делать. Yeah.
Ну что ж, вот я и прошел, но в этот раз мне не дали санки, потому что я уже их получил, и мне дали снежки. Это реально хороший способ, чтобы нафармить снежки и потом их менять на оленей, либо продавать, либо еще что-то. Поэтому, пацаны, имейте в виду. Так, кстати, на каком я месте? Статистика добавлена в топ. Ваше время прохождения 5 минут 40 секунд, пацаны. Это довольно-таки неплохо. Вы успешно спустились со снежной горы. Во время спуска вы нашли 80 снежков. Это очень круто. Давайте посмотрим топ. На каком я месте, мне интересно. Мне кажется, на последнем, в принципе. Так, игра в снежки, снежные санки. Ебать, чувак прошел за 58 секунд. Ну, мне кажется, они просто на обочину выехали там, где снег, и просто проехали туда, скорее всего. Потому что, ну, за 58 секунд проехать, это такое себе. Кстати, я здесь есть тоже, пацаны, видите, я в топе. 5 минут 40 секунд, и я здесь есть. Кирилл Путбуль. Ну, не знаю, может, на стримах, кстати, сегодня, скорее всего, наверное, будет стрим. И на стримах мы попробуем, может быть, поставить рекорд. Поэтому это будет очень круто, пацаны. Давайте возьму свои санки, в принципе. Они где-то здесь должны быть. Кстати, если их кто-то спиздит, вы просто можете, кстати, их, так сказать, взять. Так, давайте, может, их починим. Да, их можно починить. Я их сейчас починю, и мы на них покатаемся, в принципе. Но, к сожалению, кстати, их нельзя убрать. Это довольно-таки печально. Их можно к себе телепортировать, тем же, типа, взять санки. Но именно, так сказать, убрать их нельзя. Конечно же, когда вы призовете, они, скорее всего, пропадут. Но так их убрать нельзя. Давайте я, кстати, попробую выйти отсюда и покататься уже по карте. Именно не по острову. Как бы остров-то тоже карта, но именно давайте выйдем отсюда. Сейчас мы, кстати, эпично так вылетим. Вот. Если что, все находится в носке, пацаны. Ну, я думаю, все знают, где носок этот находится. Поэтому рассказывать вам не нужно. Так, и мы вводим команду вот эту, и санки телепортируются к нам, в принципе. И мы можем спокойно на них кататься. Это очень классная тема, я вот очень хотел санки, пацаны. И я прошел с третьего раза эту горку. Я буду, наверное, еще катать, в принципе, на этой горке, чтобы снежки заработать. Потом обменять их на оленей, может быть, как-то, либо продать и так далее. Но на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Проходите горку, как это делал я, и у вас все будет заебись. Будете фармить снежки и заодно заработать санки. Всем пока-пока.